Приветствую вас, дорогие мои подписчики, садоводы и огородники. Вы на моем канале в гостях у Елены. Дорогие мои, друзья мои, хотела бы сегодня поговорить с вами о нашумевшей агрофирме «Партнер». Я очень часто просматриваю их канал, вы уже об этом знаете, вот, и наткнулась на видео, где Николай Петрович рассказывает про конкурс на самый урожайный помидор 2017 года. В конкурсе участвует томат «Любаша», о котором я уже вам говорила. Вот. Меня очень заинтересовал этот конкурс. Вот. И главный приз там 30 тысяч рублей в каждой номинации. Вот. Вы знаете, вы, наверное, все знаете, что у меня томаты – это моя гордость, это мой конек. Я вот, многие меня же из вас называют, что помидорная дама. Поэтому они мне очень даются, я их обожаю, я пробую все. Вы мне часто говорите, что так много, я покупаю семян, но я очень люблю пробовать и испытывать. Поэтому я не обошла стороной вот этот такой момент. И я решила принять в нем участие. Тем более, как я вам уже говорила из своих обзоров, «Любаша» у меня уже есть. Я уже приобрела на выставке 2016 года цветы в августе. Помните, я вам показывала и лейбочки, и все, и журналы, и что я там была. Вот я там приобрела, уже был обзор вот этого моего пакетика «Любаши». Вот. Вот такой вот замечательный томатик. Кстати, кто-то спрашивал, не кто-то, очень много девочек, вы спрашиваете меня, что вам нужен томат ультраранний, универсального типа, то есть, чтобы посеять и на улице, и не обязательно в теплице. Так вот, «Любаша», кстати, очень-очень подходит для таких вот посадок. Так как у меня есть только, уже вот лежал прикупленный «Любаша», из всех участников конкурса он у меня есть, то мне пришлось докупить. Значит, «Великосветский», «Малиновая империя» и «Город застолье». Вот они все участвуют в этом конкурсе. «Любаша», «Великосветский», «Малиновая империя» и «Гордость застолье». И ехать в магазин «Партнер» на Первую Останкинскую мне некогда. Поэтому я сделала заказ в фирменном интернет-магазине. Я сейчас вам его покажу. Итак, вот сайт партнера, семена от производителя, можете посмотреть и все подробнее узнать. Телефончик есть, вот куда можно позвонить. Вот. Ну, пожалуйста. Все, здесь вы можете узнать подробнее. Вот «Любаша», красавица. Томатики и «Любаша». Угу. Опять-таки, очень удобно, что есть интернет-магазин. К каждому товару есть подробное описание. Самое главное – фотографии продукции, выращенные из семян партнера, фотографии кустов, значит, фото плодов целиком и в разрезе. Это тоже очень важно для нас. Вы же знаете, девчульки, что мы любим видеть, смотреть. А видео у них вообще восторг. Подход профессионалов, ничего не скажешь. Нигде такого прежде я не видела, и нигде вам об этом я не рассказывала. Вот первое, что я встретила, и мне просто заинтересовало, мне очень понравилось. Вы меня спросите, сколько стоит и чего. Конечно, минимальный заказ 1000 рублей. Ну и мне показалось дороговато, потому что я все покупаю очень много везде и всюду, и уже накладненько. Но мы скооперировались с соседкой, кстати. Тоже можете это сделать. Очень здорово. И кто покупает профессиональные семена, именно это и делают. Они складываются, закупают много. Вот. Но, если быть честной, то мне сделали бесплатную заставку. Вернее, доставку бесплатную, если быть честной. Вы знаете, что я с вами делюсь всем, все как есть.
так как мы раньше уже сотрудничали с партнером, я вам показывала, вот, и помогала им с рекламой. Я показывала вам рекламу, вы все знаете на моем канале. Вот, и сейчас мы будем с вами делать, видимо, обзор по ссылочке. Вот она, моя милая, очень я уже ее ждала. Вот, смотрите, какая прелесть. Это вообще фирменный, как говорится, пакет. Вот так вот здесь вот был он упакован. И, та-дам! Девочки, вам сейчас, наверное, очень это тоже прямо по душе, вы там тоже уже желаете этого. Такие вот пакетики тут, вот пакетик вставили. Конечно, упаковочка у них шикарная, ничего не скажешь. Так, это я вот разрезала пакет быстренько сейчас, но потом подумала, нет, надо все снимать. Вот это шуршание пакетов, как мне вчера написали, это просто очень-очень хорошо. И посмотрите, какая красота. Обратите внимание, какая прелесть. Это карточка. Здесь вот можно смотреть все видеосоветы в интернете, пожалуйста, на ютубе. Вот. Где это находится? Вот, все, пожалуйста, на этой карточке. Вот так, просто очень-очень приятно. И вот они, мои родимые семена. Вот, буклетики. Смотрите, какая красота. Просто-просто прелесть. Настолько я прям прониклась этому, вот всему, вот этому качеству. Вот эта вот внимательность, вот это. И на самом деле, реально, ребята работают просто супер, девчонки, честно. Я просто влюбилась в эту фирму. И вот просто решила заняться посевом этих семян. Посмотрите, какая прелесть. Каталог 2016-2017 год. Что хочу вам сказать, что если вы заказывать будете до 1000 рублей и больше, если не дойдет до 2500 рублей ваш заказ, то вам он будет платный. Я его купила, вот этот каталог я купила, так как у меня семена не на 2500, понимаете? Поэтому никак так не получается, я его купила. Но если вы закажете, если вы будете кооперироваться со всеми, то это будет здорово, и вам будет бесплатный, как бы, посыл. То есть вам пришлют бесплатный каталог, ну просто прелесть, ну очень приятный. Из такого шикарного качества, листы очень толстые, такие, ну посмотрите, как красочные, посмотрите, какая прелесть. Как же я это люблю, о, как же я это люблю. Вот. Я просто обожаю огурчики различные. Смотрите, какая прелесть. Капуста, горох, кабачки. Да вообще, просто я вот так вот посмотрела, можно просто все купить вот здесь, в одном месте, и больше ничего не нужно. Больше никаких покупочек не нужно в других местах. Смотрите, здесь салаты есть, мои любимые Лола Росса. Свеколочка моя любимая, кстати. Монна, вот эти вот длинные, но не монна, я не сажала, но длинные. Посмотрите, какие томатики, какие они ровненькие и желтенькие есть. В общем, девчонки, вот такой вот каталог у них. Просто одно удовольствие мне листать его, очень-очень мне понравилось. Вот, пожалуйста, все тут описывается. Тыковка Матильда, кстати, девочки, моя любимая, люблю их, вот такие тыковки. И вот еще тыковка-конфетка, прелесть. Дукат любимый, укропчик ранний. Вот так вот, девчонки, я просто настолько рада, я очень ждала, и когда вот эта посылочка пришла, вот я просто скорее прям руки тряслись, скорее всего вам это показывать. Вот, Любашка у меня уже есть. Сейчас я вам покажу томатики. Так. Будем рассматривать. Вот Любаша. Это те, которые участвуют в конкурсе. Малиновая. Пожалуйста, тоже. Малиновая империя. Так, вот она. Малиновая империя. Великосветский, пожалуйста. И Гордость Застолья там участвует. Гордость Застолья. Вот. Так, сейчас, секундочку. Это Любаша. Малиновая империя. Вот они. Малиновая империя. Великосветский. Как карты раскладываю.
и гордость застолья. Вот они. Вот они участвуют. Потому что я вот наткнулась на вот этот конкурс. Поскольку Любаша у меня уже была, думаю, надо связаться и вот заказать и поучаствовать в таком вот конкурсе. Замечательно. Так что заходите на их канал, пожалуйста, и видео, в интернет-семена, и все там увидите. Вот такие вот томатики. Ну так поближе, а то я вдали. Вот такая вот красота. Буду сеять вместе с вами вот эту красоту. Вот. Что же, еще что хочу вам сказать. Вы обязательно захотели бы, чтобы я вам разрезала, где у меня ножнички, и показала вам семена внутри. Так, во-первых, тут вот все описывается, сколько семян, здесь 10 штучек, вот, срок годности и все такое, все как положено, все тут описывается. Разрезаем пакетик, достаем наш пакетик. О, тут пакетик шикарный, сейчас вот раскрою, так, чтобы не разрезать. Так, и семена мы сюда с вами выскинем, так, чтобы вам было все понятно. Так, что хочу сказать. Я сейчас вот обратила внимание на просто наишикарнейшую упаковочку. Девчонки, посмотрите. Это вам не каждый так сделает. Да что же это такое? Никак не открою. Сейчас. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Вот так. Обратите внимание. Раскрываем пакетик, а там упаковочка, металлизированный пакетик, посмотрите, металлизированный пакет. Между прочим, вот эти металлизированные пакеты намного лучше сохраняют качество семян, энергию роста и всхожесть семян. Об этом тоже нужно помнить, это здорово. Вот многие мне писали про разные семена, которые мы покупаем, и писали о том, что упаковка и вообще... Даже кладут просто семена вот просто вот в такой вот пакетик. Вот просто вообще не хочется больше покупать семена, когда видишь вот такое отношение к нам, к покупателям, вот, и к садоводу-огородникам. Вот просто как бы на нас деньги зарабатывают. Посмотрите здесь, что делается. Я в восторге просто, я просто в восторге. Между прочим, я Любашу не открывала. Она у меня новенькая, как есть, и я не видела. Посмотрите, вот они открытый пакет. И я сейчас просто, я просто поразилась. Когда увидела, это плюс, это какой плюс? Сколько вы мне тоже жаловались, писали и говорили, что вот жалко даже производителю, просто в пакет насыпали, не пойми чего. И здесь, пожалуйста, семена, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, никакого обмана. Семена чистенькие, хорошенькие, видите, я вам специально сюда высыпала, чтобы вы видели. Вот. Обожаю томаты, уже хочу скорее сеять. Будем сеять вместе с вами, будем прослеживать за всеми вот этими вот вкусняшками, как они будут расти. Все вы знаете, что у меня лампы замечательные, девчонки. Приобретайте тоже лампы и будем растить наши томатики. Вот и все, что сегодня я вам хотела показать о такой нашумевшей агрофирме-партнер. Я ею очень довольна. Вот честно вам скажу. Довольно, придовольно. Вот такие еще обзорчики семян вам покажу. Это эволюция томат для защищенного грунта F1. Вот. Это томат яшма F1. Это диадема F1. Одно название просто завораживает. Лирика. Видите, у них на срезе все прямо видно. Все настолько четко. Янтарь. Шпинель, смотрите, какие они хорошенькие для открытого грунта. Кстати, это тоже сейчас скажу для открытого грунта. Янтарь, лирика F1 универсального типа. Вот. И диадема тоже универсального типа. Прям обожаю вот эти маленькие томатики, среднеспелые, детерминанты. Вот высадки, значит, 55-дневной рассады до начала созревания 55-60 дней. Формировать в 2-3 стебля, плод небольшой,
В общем, девочки, заказывайте, просто вкуснятина. 70 грамм. Уже хочется, чешутся руки, уже посадить. Вот такие вот томаты. Эволюция, яшма, диадема, лирика, янтарь и шпинель. Ну и, конечно же, участники конкурса. Вот они. Гордость застолья. Любашка. Великосветский. Вот. Прелесть. Вот еще сюда идет идея малиновая. Вот к этим. Вот эти четыре сорта у нас участвуют в конкурсе. Все, мои дорогие, я думаю, что я вам все рассказала, потому что многие спрашивали, говорили мне: «Лена, как тебе семена, как и чего?» Я, девчонки, загорелась, честно скажу вам. Мне очень нравится их подход, упаковочка. Вот как семена, вот что нужно для нас. Вот я люблю очень томаты, вы все знаете об этом, что я томатная душа. Это мой конек томаты, поэтому я вот просто тоже в ужасе от того, что порой покупаю, и никакой схожести нет. Вот смотрите, какая прелесть. Это, кстати, очень дорогая, вот это вот металлизированный вот этот вот пакетик. Это не каждая фирма, не каждый вам это сделает. И это тоже доказывает о том, что это очень хорошие как бы семена. Дальше. Еще семена какие я купила. Сейчас сразу вам покажу. Это, значит, баклажанчик Эпик F1. Вот такой вот красавчик. Эпик. Дальше баклажанчик Рома. Вот. Так, это гибрид среднеранний. Эпик гибрид скороспелый. Вот то, что нам нужно. Так, и огурчик партенокопический Шоша F1. Такое название замечательно. Ранний. Партенокарпический с женским типом цветения. Вот. И тоже очень люблю и перчики сажать, очень. Перец сладкий Требия F1. Такие хорошенькие, прям прелесть. Гибрид среднеспелый, от сходок до технической спелости, 110-120 дней. Растение среднерослое. Перец сладкий Халив. Могу себе представить, какая красота будет. Очень раннего срока созревания. То, что надо, девочки. То, что доктор прописал. Это вообще скороспелый. Ну, просто прелесть. Полураскидистый, высотой 67 сантиметров. Вот, девчонки, вот перчики. Буквально вчера я читала сообщение, мне присылали ВКонтакте. Вот они, пожалуйста. Ира, Наташа, вот, пожалуйста. И о томатиках ты тоже говорил, что тебе нужно как бы в открытый грунт, чтобы быстро... Сколько покупаешь, никакая плохая схожесть и все. Обратите внимание вот на эту красоту. И вы увидите, какая это прелесть. У меня просто вот очень качественно все. Нет никаких, как говорится, нареканий для этой фирмы. Хотелось бы, чтобы каждая фирма вот так вот работала, как работает фирма-партнер. Я с вами прощаюсь. Как всегда, желаю вам самого доброго, самого хорошего, удачи. Удачи во всех ваших начинаниях, мои дорогие садоводы. Еще немножечко отдохнем. А потом мы сеять начнем. Вот чуть ли не стеком не заговорила. Так что вот я буду сеять вот эти вот претенденты на конкурс. Любаша, Малиновая империя, так, Великосветский и Гордость застолья. Следите за мной, за моим кодом. Я очень рада, просто у меня восторг на подъеме, потому что обожаю томатики. Все, до следующих встреч. Пока-пока.